вселенная Бластера, просторы всей вселенной для Бластера полны великих приключений, ведь это мощный взрыв. Джесси! Я с другой планеты! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Эй, Мел! Я компьютерный домашний питомец. Мы летим к Омеге, Омега-мега-мега, ведь это мощный взрыв. Омега-мега-мега, вселенная Бластера, мощный-мощный взрыв. Бластер во вселенной. Хорошие манеры. Дорогой, твой завтрак. Готов. Ты ничего не забыл? Книги, карандаши, очень вкусные свежие кексы и... Спасибо, мам. Хорошего дня, милый. И следи за манерами. Скучно, скучно. Скучно, 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 скучно. Почта, у вас новые письма. Что? Как ты можешь присылать мне почту, если знаешь, что я не умею читать? Почему ты думаешь, меня зовут Элитера? Я всего лишь почтовый ящик, откуда мне знать? Приятного дня. Думаю, надо проверить мой список и определиться, чью жизнь я должна сегодня превратить в ад. Может, навести порядочек в этой общественной библиотеке или остановить выпуск прессы на типографии. Или я могу испортить день этому гадкому мальчишке-бластеру. Твоя мама права, Бластер. Тебе нужно чаще следить за своими манерами. Я что, должен выслушивать лекцию от моей собаки по пути в школу? Определенно. Что? Ну, без вежливых манер общение между людьми обычно продолжается недолго. Цивилизация, в прямом смысле этого слова, может даже погибнуть. Потрясающая мысль, спасибо. Я ненавижу подобные слова, поэтому лучше избавиться от них навсегда. Да где же он? Ах, вот где. Гениальный манипулятор вежливости. И теперь он послужит не просто для того, чтобы сорвать чей-то званый ужин. Теперь я попорчу жизнь всем жителям Вселенной. С помощью этого манипулятора. Пуск! Ну-ка посмотрим. Удалить, пожалуйста. И заменить его поживее. Затем удалить, извините, и заменить его... Можно мне еще хлеба? И поторапливайся! Макс Бластер, что ты сказал? Это что, какая-то шутка, молодой человек? Я не хотел, мама, это как-то само вырвалось. Живо в свою комнату, но сначала извинись перед мамой. Сама виновата! Странно. Джиз, творятся странные вещи. Когда я хочу сказать что-то вежливое, получается только грубость. Ты хочешь сказать, что твой рот говорит сам по себе без сигнала, посылаемого да. мозгом? Тогда чем это отличается от того, что было раньше? Очень смешно. Ну-ка, подвинься, дедуля. Господи, как грубо-то. Грубиянка. Ох уж эта молодежь совсем за своими манерами не следит. Не могу поверить, что я так сказала. Это было будто... Твой рот говорил сам без сигнала, посылаемого мозгом. Где-то я это уже слышал. Работает. Работает вся вселенная. Они все ссорятся. Больше никто не будет общаться, веселиться, читать, петь и развлекаться. Отсутствие общения уничтожит всю вселенную. There's
Определенно происходит что-то странное. Можешь в этом убедиться, смотри. В честь нашей дружбы между нашими народами, примите этот презент. Спа... Больно нужен ваш туземный подарок. Как вы смеете? Это был репортаж о том, какую большую роль играют хорошие манеры и как можно пострадать от их отсутствия. А теперь... Валите от телевизоров! Эй, дети, я только что приготовил немного лимонада. Кому стаканчик? Мне, пап. Волшебное слово, Макс. Обойдешься, папуля! Мы должны поскорее разобраться, в чем дело, иначе я проведу всю свою жизнь в четырех стенах. Что-то или кто-то хочет, чтобы мы говорили вещи, которые невежливо говорить. Но кто и зачем? Отправимся на Омегу. Может, папа знает, что делать. Что? Что вы сказали? Я никогда... Как грубо! Привет, пап! Кто это был? Что-то неприятное случилось? Нет, Джесс, это был мой парикмахер. Я хотел записаться на стрижку, но он очень грубо отозвался о моей лысине. Очень грубо. Эй, Джесс, похоже, это происходит всюду. Всюду? Кто еще смеется над моими волосами? Не над твоими волосами, папа, это касается всех хороших манер. Я заметил, что это происходит по всей галактике. По всей галактике? Но это же катастрофа. Нужно созвать совет галактики. Уверен, мы сможем во всем разобраться. Бластер и я будем с тобой, пап. Что? Просто на всякий случай. Вы мне очень поможете, дети. Вы тупоголовые. Жители всех планет собрались. Тебе понравится, Макс. Это посол Аквиуса. Тот со стаканом? Нет, это премьер-министр. А в самом стакане посол. А кто это? Императрица Семиалара. Круто! Оу, мне нравится этот парень. Да, это лорд Айбл из Делюжии. О, нет, только не президент Тетеронии. А что такое? Сам увидишь. То есть услышишь. Переводчик! Где переводчик? Президент говорит. Эй, ты громила! Кто ты такой, уродец? А еще он говорит, что считает имя императрицы Семиалары неудачным и хотел бы ее переименовать в Семиалямбру. Что? И лорд Айвол, вы сегодня выглядите прекрасно. Что он сказал? Ой, это самое оскорбительное, что можно сказать жителю Делюжии. Что в этом обидного? Они считают себя очень непривлекательными и гордятся этим. Похвалы, касающиеся их внешнего вида, их сильно обижают. Как это удивительно, да, Бластер? То, что может быть приятно нам, не всегда оценят в других культурах. Ну вот, например, в Средневековье громкая отрыжка считалась лучшим комплиментом для повара. О, спасибо. А, например, в Северной Америке свист могут расценивать как враждебный призыв. Эй, я всего лишь звал торговца. Сосиску желаете? Во Франции, на мой взгляд, очень цивилизованной стране, собакам разрешено сидеть за столом даже в ресторанах. Поэтому всегда стоит опасаться культурных несоответствий. Один неверный жест и... Это очень странно. Без шуток, Джесси, там скоро начнется межпланетный бой без правил. Нет, посмотри на переводчика. Она выглядит довольной. Ты права, Джесси. Думаю, она изменила речь, чтобы поссорить их. Эй, вы...
За ней! Держите ее, она здесь! Зачем она это сделала? Дверь просто в другую сторону открывалась. Она, кажется, кое-что обронила. В них нет стекол. Это может значить только одно, она не настоящий переводчик. Элитера! Вот она. Тебе очень повезло, что это сырный астероид, а то мог попаться и каменный. Да, ненавижу сыр. Эй! Прости, собачий инстинкт. Я объявляю вам войну! Можете попрощаться с мирным отношением делюжарийцев. Ах, как это мерзко! Послушайте, мы знаем, кто все это затеял. Посмотрите на это! Парик? Как вы смеете намекать на то, что у меня и моего народа нет волос? Объявляю войну Омеге! Как вы смеете объявлять войну нашей дружественной планете? Подождите, подождите, а как же я? Я тоже хочу объявить кому-нибудь войну. Срачи! Куда вы? Давайте уладим межпланетный конфликт мирным путем. Если мы не сможем вернуть вежливость, боюсь, что Вселенная будет обречена. Обречена. Пап, я не знала, что семья Алара так отреагирует на парик. Нет времени объяснять. Нам ничего не остается, Джисси, как вернуть порядок и гармонию в нашу Вселенную. Это я виновата. Нет, Джисси, это Элитера виновата. Мы должны найти ее и положить конец ее козням. Но как мы ее найдем? Я знаю, кто нам поможет. Ну-ка, мальчик, давай, ищи. Ищи. Это смешно, я же робот-собака. Я... Хороший песик, хороший робопесик. Похоже, это корабль Элитеры. Хороший мальчик. Молодец, песик. Как мило. Джесси, помоги мне, мы... Мои сенсоры говорят, что есть еще способ пробраться внутрь. Это было неприятно. Да, но это был единственный путь сюда. Что? Но там был еще один вход, более чистый, чем тот, в который вы так резво прыгнули. Очень смешно. Какие же вы глупцы, поверить в такое. А я очень умна. Как мне легко удалось их всех переполошить. Теперь ваше общение превратилось в драку песочницы. Наши ракеты готовы к атаке. И если мы не получим публичных извинений, в течение часа будет война. Как это глупо. Вы должны извиниться, а не мы. Давайте посмотрим, как посол управится с этим пирогом. Трепещите перед военной мощью Аквиуса. Я никому еще не объявил войну, но очень хочу. Поэтому, знаете, наша армия готова к бою. Вы ведете себя по-детски. Я добилась того, чего хотела. И все благодаря моему манипулятору вежливости. Мы уберем еще доброе утро и заменим его. Ну и морда. Хочешь бананчик? Вот как она это делает. Мы должны получить это устройство и исправить то, что она сделала. Нам нужно ее отвлечь чем-то громким и раздражительным. А, это мило. Должен признаться, что вы никогда не используете мои знания и умения в полную силу. Ах, ну и ладно.
Что? Это что, очередная робособака застряла в трубе? И кто только конструировал эти трубы? Как же ее включить? На кнопках какие-то странные картинки. Ну, конечно, Элитера ведь не умеет читать. Эти картинки могут быть ее личным письменным кодом. Они точно означают что-то наподобие иероглифов. Это похоже на язык жителей Древнего Египта? Да. 30 тысяч лет назад люди начали общаться с помощью рисунков. Это было очень удобно. Например, рисунок быка непосредственно означал быка. Эти рисунки назывались пиктограммами. Позже люди стали выражаться более сложным языком. Жители Древнего Египта продолжали использовать иероглифы, но некоторые из них, например, солнце, могли иметь более сложные развернутые значения, скажем, утро, день или жара. Или желтый, или круглый, так? Верно. Спустя много лет иероглифы превратились в буквы, которые стали означать звуки, не имея определенного значения. Значит, Элитера использовала рисунки, которые обозначают команды. Совершенно верно. Значит, один из рисунков должен иметь значение «включить». Лошадь, конечно, потому что она изображена в движении. Значит, привести машину в движение. А я думаю, это ботинок, как пинать. Или пнуть нас. Откуда мне было знать, что ботинок означает ботинок? Логика, глупая голова. Думаю, это манипулятор тебе заставил так сказать. Да, Джиз? Нет, это я сказала. Не думаю. Тогда давай Мелла спросим, хорошо? Ну же, глупая жестянка, заводись. Управление голосом. Отлично. Манипулятор, вернуть слово ПП. О нет, мы же не можем произнести ни одно вежливое слово. Они все были заменены грубыми словами. Гав, гав, гав. Нет, нет, успокойтесь. Гав, гав, успокойтесь, гав, гав. Ну, по крайней мере, это не грубо. Ага, что это у нас? Здесь, здесь и здесь. Народы начали вражду. Вселенная на грани самой масштабной войны за всю ее историю. Мой отец положит этому конец. Неужели? И все это просто потому, что исчезла вежливость. Ничего себе, мама была права. Насколько я помню, я тоже тебе об этом говорил. Знаю, Мел. Я бы извинился, но не могу сказать... Помойся, а то воняешь! Извинения приняты. Я знаю, что ты хотел сказать «прости», так? Мел, ты можешь произносить вежливые слова? Конечно, Джисси. Я слишком совершенен для того, чтобы мной управляла какая-нибудь консервная банка. Почему ты раньше не сказал? Ты должен перепрограммировать машину. Но нам сначала нужно от нее избавиться. Как нам выбраться отсюда? Мы используем мои способности. Или я ошибаюсь? Разворот на 5 градусов, Мел. Замри. Огонь! Отлично! Отлично, да! Да, все отлично. Но можно мне мой нос обратно, пожалуйста? Спасибо. Теперь давайте перепрограммируем эту машину, чтобы Вселенная снова могла говорить спасибо. Пожалуйста. Если каждый из нас будет следить за манерами, то уверен, мы сможем разрешить наши споры. Все согласны? Надо же! Я сказал «пожалуйста». Да, вы сказали. Что ж, командир, если вы просите, я, конечно же, соглашусь на перемирие. Прекрасно, мы тоже. Спасибо, императрица Самсилара. Пожалуйста, лорд Айбол, должна заметить, что вы выглядите устрашающе сегодня. Ой, надо же. Не могу поверить, что эти гадкие дети вернули вежливость и остановили великую галактическую войну. Ну, спасибо вам. Ах, ненавижу говорить спасибо. Я снова его произнесла. Отлично, все вежливые слова снова вернулись. Молодец, Мел.
Пожалуйста, спасибо, прошу прощения. Кажется, работает! Да. Со всеми вежливыми словами мир вернулся во Вселенную, и все ее обитатели ладят друг с другом. О, нет! Я опоздал на обед. Ты можешь заменить «извините» на «простите, простите, простите, это никогда не повторится». Всего лишь на время, пока мои родители успокоятся. Хватит. Прекрати! Прекрати!